Сушеный инжир плотно уложите в банку. Залейте коньяком или десертным вином и оставьте на 2-3 дня в холодильнике. 3 дня прошло, инжир хорошо промариновался, выкладываем в сковородку, прогреваем и также фламбируем. Буквально несколько минут, чтобы испарился лишний алкоголь. Фуа-гра должна быть холодной, отрежьте порционный кусочек. Инжир слегка охладился, надрезаем нижнюю часть для того, чтобы его фаршировать. Аккуратно небольшими кусочками наполняйте инжир. Старайтесь воссоздать форму свежего инжира. Плотно закрывайте шов. Вы можете делать небольшой поперечный разрез или крест-накрест. Таким образом наполняйте весь инжир. Такой инжир мне нравится сочетать с десертными винами, журансон или массандрой. Готовый инжир перекладываем в емкость и отправляем в холодильник минимум на один день. День прошел, давайте посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите на срез, по-моему, он идеальный. Подавайте такой инжир комнатной температуры. Бон аппетит!